благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю Грузию, благословляю Тбилиси. Здесь крест Нино, напоминание о кресте из лозы, который был, да, у Нины, просветительницы Эверии. И сам комплекс истории, говорящий об истории Грузии, об истории и христианства в Грузии, безусловно, потому что Грузия, она страна христианских таких древних корней, древнейших корней. Вот, молимся здесь на горах Грузии, на горах Кавказа о духовном пробуждении народов Грузии, народов Кавказа во имя Иисуса Христа. Благословен Господь наш, благословен Бог наш. Во имя Иисуса молимся, да, благословляем. Аминь.